Здравствуйте! Как вы себя чувствуете? Куда поплывем? Точно! В космос! В космос! Под море! Так, какие варианты? Подводная лодка? Надводная лодка? Или пиратский корабль? Отлично, отлично. Ну тогда вперед. Пиратские истории? Да. Он умеет читать.
Пиратские истории. Один пират Один пират служил боцманом на корабле. Боцманом. Ну, почти начальник. Большой человек. Боцман. И все пираты, лихие пираты, его любили, потому что он один глаз потерял в бою. А второй-то у него был здоровый. И за это его все любили. И на его день рождения решили все ему сделать подарок. Наверное, нужно что-то подарить. Да? Подарить, может быть, трактор? Нет. Зачем пирату трактор? Что можно подарить пирату? Саблю. Хорошо. Еще. Корабль. Не знаю. Наверное, сабля у него есть. Ему нужно что-то такое необыкновенное. Наверное, это будет бинокль. Бинокль. Давайте подарим бинокль. Бинокль. А потом все хорошо подумали. Молодец. Конечно, подзорную трубу. Потому что у пирата должна быть подзорная труба. И подарили. И он всегда носил ее за правым... левым. А где право? Это право? У тебя где право? А где лево? Там право. Там право. Там лево. Все подняли вверх правую руку. И вот подзорную трубу он носил за правым ухом. Это был... Разные трубы бывают. И уши бывают разные. Да? Хорошо. Один пират захотел пойти в школу, чтобы учиться. Тетрадку нужно, много всего нужно. А тут его учительница сразу спрашивает. Учительница его сразу и спрашивает, сколько будет 5 × 5? А пират сразу и ответил 90. 5 × 5 — 90. Ну, как такое может быть? Учительница, конечно, сразу в обморок. Позвали другую учительницу. Она его спрашивает, а сколько месяцев в году? А он отвечает, много. И тут вторая учительница тоже сразу говорит. И все, и директор решил больше не вызывать учительниц. Но потому что учительниц мало, а пиратов много. Thank you.
нахер. Да? Мы самые настоящие пиратские артисты, музыканты. У нас в руках пиратские электротромбоны. У нас парусные гитары. Тебя дома учили? И сейчас мы вам исполним песню о том, как важно не забывать забойки в этой жизни, полной неожиданностей. Однажды
Однажды выходит он на палубу и говорит: «Ох, мне такое приснилось!» А все спрашивают сразу: «Что? Ну, что? Что приснилось? Что приснилось-то? Что приснилось? А что приснилось? А что приснилось? Что приснилось? Что приснилось? Что приснилось? Что?» Он рассказывает: «Гуляю я по Богдану». Вы знаете, где это Богдан? Где это Богдан? Нет? Ты знаешь, где Богдан? Ты не знаешь, где Богдан? Ты знаешь, где Богдан? Очень далеко Богдан. И вот гуляю я по Богдану, и вдруг меня кто-то за руку хватает. А это карлик. Карлик. И он говорит: «А мне не, ну, он так говорит, карлик: «А мне не. Он говорит: «Если я тебе дам одну вещь, а ты мне дашь за это 100 пиалов. И ты будешь самым красивым пиратом в мире. Самым красивым. Ну, разве за это жалко 100 пиалов? Не жалко? Не жалко? Не жалко? Конечно, не жалко. И тут я ему даю 100 пиастров, а он мне дает колечко, с которым ты будешь самым красивым. А вот дальше, знаете что? Что дальше? Да ничего, я проснулся. А дальше? Так на самом интересном месте, конечно. А дальше? На самом интересном месте. А потом, когда пират рассказывал свои сны, он всегда просыпался на самом интересном месте. На таком, на самом интересном. И все. И на любом интересном. На любом интересном. На любом интересном. Да. Bye.
берегах стоят реки. Держали уны рыбаки. На берегах стоят реки. Держали уны рыбаки. Я Спасибо, дорогие друзья! Так приятно плыть с вами на этом корабле и наблюдать вас на этой прекрасной палубе. Раздели меня, осьминог. Один пират всегда ходил мурым и мрачным. Ну, просто туча тучи. Да, я тебе про то же. Да. Ну вот, все веселые, а он хмурый. И тут боцман придумал, как же его развеселить. Да, пощекотать. Давай пощекочем. Боцмана? Давай ты будешь боцманом. Да, давайте все его щекотать. Давайте его щекотать все. Он не смеется. И вот и пират так же говорит. Я щекотки не боюсь. Ну, когда нужно. Пальцы не те. Какое место для щекотки самое щекотное? О-о-о, горло? А у пирата нет такого места. Чтобы щекотать. Ну, вообще никакого места.
Хорошо. Тогда он говорит. Тогда знаете что? Дайте сюда зеркало. Дайте зеркало. Зеркала нет. Зеркало. Хорошо. Пусть вода, но лучше зеркало. Есть? Вот наше зеркало. Вот и посмотри. На тебе воду. И посмотри в зеркало. Что ты видишь? Фотографию? Ну вот это в зеркало. Видишь свое личико? Когда ты хмурая, твое личико просит кирпичика. Ну, это так ужасно. А боцман и говорит, всегда, когда ты хмурый, говори сыр или чиз. Вот просто говори чиз. Да, и смотри в зеркало и говори. Да, и ты видишь сразу, какие у тебя красивые зубы. И какая ты веселая. И с тех пор пират в любой день просто говорит, когда ему грустно или просто скучно, он говорил сыр. И тогда все становилось веселее. Thank you.
Это все знают. Если цыц, все, тишина. Не будем ругаться, а будем мириться. Не важно, кто первый начал. Дай мне свой мизинец. Давай, давай. Просто мизинец, да. И скажи, мирись, мирись.
и больше не дерись. Ай! И еще раз, мирись, мирись и больше не дерись, а если будет, буду кусаться. Будешь драться, я буду кусаться. Мирись, мирись и больше не дерись. И с тех пор пираты, я буду кусаться. С тех пор пираты больше не дерутся. А вот это мирилось. Никогда. Пиратская мирилочка осталась. И если ты с кем-то поспорила, не надо драться. Дай мне минус и скажи, что ты скажешь. И больше, а если... Хорошо, родители. We'll be right back.
со мною погасла. Сиу-сиу, бак! Говорили, вот ты катаешься, а нам обидно.
Ну, ладно. Вместе, конечно, пират так и сказал. Говорит, давайте прыгнем в воду. Вместе. Давайте. Прыгаем. Долго не ждали, и вдруг появляется кит. И тут пират его схватил за один ус. Хватаемся за один ус. Хватаемся за ус, Потом хватаемся за другой. Немножко тормозим. Ведь луна
повсюду. Когда выйдет луна, я ее разменяю, устрою мир. Главное, чтоб не заметили дома. Собачка.
если бы у тебя глобус светился? Ну, а если бы он был, как бы он светился? Красиво. А как красиво? Яркими цветами глобус? Ну, наверное, какая-то страна была бы одним цветом, другая, наверное, была бы другим цветом. Каким бы цветом были моря? Синим. Синим? Или голубым? Или синим? Изобрел
такую тихую таверну. Тихая прохлада. Хорошее же название, да? Тихая прохлада. Да. Он зашел, да, и увидел, что все едят какие-то маленькие белые орехи. Ну, а что это? Ну, наверное, но он же не знал. И он говорит, а дайте мне этих белых шариков. Сколько? Два. Или три? Три? Пять? И он говорит, подожди, дайте пять шариков. Мы тебя все ждем на корабле. На корабле? Ждем тебя давно все. А ты здесь? А ты здесь. Чего ты здесь делаешь? И пират отвечает, да. Только он так отвечает. Мороженое. И пока не уйду на корабль, не вернусь. Мороженое. Да разрази меня гром, конечно, холодное, и все. А если оно вкусное? И вот только через 3 года пират вернулся. Он очень похож на мороженое, снег похож на мороженое. Но он не такой вкусный, да? Ну, не такой сладкий. А пират еще и спрашивает, а как это называется? Ему говорят, пломбир. И вот пират с тех пор повторял. Got it.
лучше, чем шапоту, что с нее взять. Порядка крестьянка, владычица моря, я эту слыхал чепуху. Пожалуйста, это не надо, поймаю, пойдешь на уху. Не ловись, не ловись, золотая крепа моя, не ловись. Цветы, 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 ц
Это самая пиратская слово. А кто знает самое пиратское слово? Шляпа, 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 шляпа. Самое пиратское слово. Шляпа крюк, 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 шляпа крюк. Мачта, 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 кошка, 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 мачта, 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 картошка, 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 котенок, кошка, картошка, кошка, мачта, кошка, 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 кто? Кит, конечно же, кит. Ура! Просто вода. Хорошо. Какая вода? Просто вода. Пиратская вода. Пиратская. Пиратская вода. Без трех букв. Смотрите, что мы нашли. Подождите, смотрите, смотрите. Смотрите, что принес этот добрый человек. Сокровища. Наверное, наверное, потому что мы пели песню, поэтому мы и нашли сокровища. Потому что мы их припели. Нужно сокровища залила кида. Давайте посмотрим, что это. Можно? Да? Хорошо. Thank you.
Браво! Ай, спасибо! Какое было замечательное плавание! Я надеюсь, мы с вами еще увидимся на борту нашего корабля. Непременнейший, дорогой капитан Буль-Буль. Ну хорошо, друзья, нам пора отправляться в следующее плавание. Но это будет уже вечером и для взрослых. До свидания! И мы наконец-то нашли сокровища. Все нашли, и маленькие, и большие. А главным сокровищем, конечно, нашим. Я хотела сказать, что главным нашим сокровищем, нашим всем, поскольку мы все здесь собрались, конечно, является музыка. Разная, прекрасная музыка. Спасибо большое за лифт-гитар! Валерий Сметанин играет на удивительном инструменте, который называется саксофон. Каждую секунду своей игры он нам дарит свой саксофон и всего себя. Браво, Валерий. Браво, Иван. Иван Бурлачко, друзья. Спасибо большое вам. Я хочу сказать, что 12 ноября мы, как водится, ждем вас всех здесь, на наших музыкальных салонах. И я не зря говорю в салонах, потому что 12 ноября мы отправимся в Париж. Мы отправимся по улочкам гулять парижским и слушать парижские уличные песни 30-х, 40-х, 50-х годов прошлого века. Вот такое нам предстоит прекрасное, совершенно романтическое приключение. И мы вас очень будем рады видеть, всех вас всегда ждем. И спасибо вам большое, что вы пришли к нам сегодня. Вот, сокровища мы нашли. А главные наши сокровища, вот эти вот прекрасные маленькие глазки, ножки и ручки. Конечно. Спасибо вам большое, детишки, за то, что вы так здорово танцевали, за то, что вы так здорово пели и отгадывали все наши загадки. Спасибо вам еще раз большое.